Дорогие друзья, вот наш первый выход на воду. Вот таким табором, скопом. Мы идем пока что не под своим мотором. Нас тянет лодка. Но все равно мы движемся. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 22 сентября 2017 года, и я вам хочу показать, что мы имеем на настоящий момент, что у нас сделано. Мы построили катамаран, собрали каркас, присоединили к нему баллоны и перешли на новое место сборки, на новое место стапеля. Нас перевезли на моторе. А есть отдельное видео, где вы это сможете посмотреть. Ну и сейчас мы стоим на причале, где производим дальнейшую сборку. Во время строительства мы были настолько увлечены процессом сборки катамарана, что не снимали видео. Поэтому я сейчас вам покажу то, что у нас есть в настоящее время сделанного. Итак, начнем с баллона. Изначально наши баллоны были просто обтянуты сеткой, а затем я при помощи нейлоновых стяжек, обычных пластиковых, прикрепил на каждый баллон сверху по две доски для более равномерного распределения силы давления. Вот они, эти стяжечки. Просто за саму сетку. После этого был собран каркас катамарана, система брусьев, продолен и поперечен, которые я в том году строгал, обрабатывал и производил разные манипуляции с ними. Они соединены при помощи шпилек. В частности, М14 шпильки с одной стороны гайки и с другой стороны. Снизу к каждой шпильке была прикреплена рым-гайка. Вот их можно здесь посмотреть, через которые протянут трос. И он закреплен с одного и с другого конца. После этого при помощи обычной стропы мы прикрутили баллон к раме с одной стороны, с другой стороны. В передней части катамарана был сделан такой небольшой мини-бушприт, соединяющий первую и вторую балку. К ним будут крепиться ванты и растяжки парусов. На второй и седьмой поперечне установлены такие упоры для мачт. На тросе, к которому крепится баллон катамарана, снизу один трос проходит через рым-кольца и полностью он идет. И на каждом, возле каждого рым-кольца сделана такая вот обводной страховочный крепеж. На случай, если вдруг основной трос вот этот перетрется в каком-то из мест, то его подстрахует нижний. С одной стороны подстрахует, а с другой стороны не даст раскрутиться, ну и полностью вытащиться по всей длине. После прикрепления баллонов при помощи стропы по всей длине мы укрепили каждую кассету при помощи стяжного ремня. Грузовой стяжной ремень.
Для того, чтобы катамаран не ходил по диагоналям, было принято решение вот под палубой протянуть два троса крест-накрест, которые крепятся при помощи натяжных талрепов. Один и второй. А этот наш оболочка для каждого баллона будет из баннерной ткани для уменьшения сопротивления воды. Мы сейчас прошиваем, делаем как бы уж для того, чтобы его крепить, мы делаем такие проушины. А в этом месте у нас готовы для стапеля две мачты. Напоминаю, они вот имеют А-образный вид. Это передняя мачта, это задняя мачта. По одной из сторон мачт сделаны специальные ступеньки для того, чтобы можно было забираться на самую вершину. С одной стороны. Следующий этап — это установка транса под мотор и под рули. Вот здесь сзади я прикрепил большой брус и несколько досок, к которым будут крепиться рули. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за развитием проекта, дальше будет еще интереснее. И, конечно же, делайте только то, что доставляет вам радость. До новых встреч!